Ну, а поки Україна не має гарантій безпеки і щодня під загрозою ракетних обстрілів росіян, країни-партнерки допомагають захищати наше небо. Так Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планує закупити для України засоби протиповітряної оборони. Сума, яку союзники виділять, це становитиме 107,5 мільйонів євро. І внесок Литви складатиме 6 мільйонів. Про незмінну допомогу цієї країни Балтії поговоримо просто зараз в прямому ефірі з паном Лінасом Лінкявічусом, міністром закордонних справ Литовської Республіки з 2012 по 2020 рік. Пане Лінасе, вітаю вас. Здравствуйте. Литва – це безумовно відданий друг України. І на окрему увагу і вдячність заслуговує ваша військова допомога на суму майже загалом півмільярда євро, там 480 чимось. На початку червня міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що країна готує черговий пакет допомоги, оголосить деталі після завершення Рамштайну. І от 13-те засідання в форматі Рамштайн завершилося напередодні. Чи вже є інформація щодо деталей пакету? Ну да, действительно, сейчас уже подготавливается очередной пакет, план поддержки. Это не только оборонные нужды, скажем, но и направленные на реформы с целью приблизить Украину к членству в НАТО. Особенный упор делается на боеприпасы, конечно же, поскольку их потребность очень большая, она увеличивается. Для защиты от беспилотников. Также 1 млн евро взнос в фонд Великобритании для финансирования летального оружия, 500 000 евро в трастовый фонд НАТО для поддержки Украины и так далее, и так далее. Так что эта помощь постоянно проводится, и я бы подчеркнул и обратил бы внимание, что это не только государственная помощь, вот то, что мы говорим, но тоже гражданская, всякие структуры, скажем, неправительственные, они постоянно оказывают помощь, едут регулярно во фронт, и постоянно поддерживают контакт с военными частями, которые находятся в боевых условиях. Так что тут вся Литва, несмотря на то, что она маленькая страна, но все равно эта вся помощь искренне и очень постоянно и последовательно проводится. Так, абсолютно. Українці абсолютно вражені допомогою Литви. І саме дуже часто звучала теза про те, що невелика країна і така велика допомога. Пане Лінкевичус, я прошу пробачення буквально на 10 секунд. Мушу оголосити, що поки ми розмовляємо, ще в Чернігівській області зараз оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не нехтуйте небезпеку. Пройдіть в укриття. Не ризикуйте життям і здоров'ям ані своїм, ані своїх близьких. Дуже вам дякую за це. Ну, ми повертаємося до розмови. Мови з паном Лінкевичусом. І продовжимо, вибачайте ще раз. Анонсуючи новий пакет допомоги, також міністр оборони Литви зазначив, що ваша країна планує провести навчання 1600 українських військовослужбовців. Чи може я запитати, чи розпочато це навчання вже зараз? Вони проводилися ці навчання до цього. І спецпозрозділення навчалися. Ці кількість, звісно, не такі щемлітельні, як би, но постоянно все происходит, постоянно кто-то обучается на территории Литвы, так что тут в этом тоже ничего особенно нового нет. Может, масштабы они отличаются от тех больших стран, но то, что проводится нашими усилиями, беспрерывно, по сути дела, этот процесс имеет место. Ну і зараз, звісно, увага українського суспільства і політикуму зосереджена на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі. Чи вважаєте ви, що саме там Україна має отримати, ну якщо не членство в НАТО, то принаймні чіткі гарантії вступу? Ну і якщо так, то на яких, на ваш погляд, умовах? Ну, ви, мабуть, знаєте нашу позицію, ви знаєте, що ми підтримуємо членство, але ви теж, мабуть, знаєте, що консенсус на це поки немає, треба теж как бы управлять этими ожиданиями. И как раз вот сейчас финальная прямая, финишная прямая как раз перед саммитом. Очень упорно ведется работа по всем документам. И по обороне восточного фланга НАТО, и по поддержке к Украине. Ну, я думаю, что обязаны, мы просто обязаны, НАТО просто обязаны, нет другого выбора, чтобы был большой прогресс после Букарестского саммита, поскольку обещание членства было дано 15 лет тому назад, по сути дела. То, что сейчас происходит, это только такая политическая косметика. Да, поменяется комиссия на совет с НАТО.
Но я не думаю, что это то, что мы ожидаем. Наверное, надо что-то побольше, по сути дела. Я думаю, что надо упразднить вот этот план по членству ПДЧ, поскольку пока он еще не упрощен, и он еще находится на пути. Так что если иметь конкретные какие-то решения, это должно быть принято. И какими-то словами, не знаю, как это возможно будет сделать, но все равно после окончания, завершения этого конфликта, войны, которую мы обязались помогать до конца, значит, это так должно и быть. И после этого Украина должна быть приглашена в альянс. Это другого выбора просто нет. Просто должны быть предоставлены гарантии безопасности. Но над этим надо работать, конечно же. А практическая работа, интеграция, она происходит, как мы говорим. Наверное, Украина сейчас самая интегрированная страна практически в военном плане в НАТО. Больше, чем любая другая, смотрите, если говорить про вооружение, про стандарты. Конечно, есть, конечно, очень много еще потенциала, но все это происходит в боевых условиях, не надо забывать. Так что в этом тоже очень большая ценность. Так что время не теряется, но, к сожалению, вот это время и конфликт, если будет еще продолжаться, будет еще другие жертвы. Поэтому тут не только политическая поддержка должна быть проявлена во время саммита, но и очень сильная, последовательная, практическая поддержка. Тем более, что сейчас пока еще есть некоторые такие красные линии, которые Запад провел сам себе, никто этого не делал. Я имею в виду истребители западного производства, я имею в виду дальнобойную артиллерию. Пока только ракеты Storm Shadow с Великобритании поступают, но должны и атакам с ракеты, и другие все-таки изменить как-то ход на поле боя, и это тоже надо делать сейчас, а не ожидая чего-то там в будущем, поскольку если нет преимущества в воздушном пространстве, если нет преимущества в плане артиллерии, очень сложно иметь эффективность этого контрнаступления. Несмотря на все это, все равно Украина продвигается вперед, и надо помогать, чтобы это все было наименьшим, скажем, ущербом, что касается жертв, и как можно быстрее все это как-то продвинуться на поле боя. Так что тут очень много практических и политических и военных задач. Пане Лінкевич, якщо дозволити таке трошки філософське питання, Литва разом з іншими країнами Балтії, ви ж були першими, хто покинув СРСР свого часу. Ну і ми досі бачимо цю доволі тяжку боротьбу, яку досі ведуть балтійські країни, ось цими наслідками і залишками Радянського Союзу всередині ваших країн. А чи має от конкретно ваша країна якийсь досвід, який би, на вашу думку, став би корисним для України? Ну, або ж на тепер ситуація зовсім інша, і нам треба виробляти свій досвід. Если я правильно понял ваш вопрос, то трудно, наверное, сравнивать. Мы, конечно, вышли с тех же самых стартовых позиций, были в том же союзе, не по своему, скажем, желанию, но все это было фактически, такова была ситуация. И потом мы продвинулись очень сильно, мы поступили во все международные организации, сколько это было возможно. Сопротивление политической от России не было такое сильное в наше время, мы поступили в НАТО в 2004 году. Но все равно мы слышим от поры до времени и от пропагандистов, и других политиков из России, как они все-таки хотят как-то воссоздать этот, если не Советский Союз, то эту империю. И, конечно же, смотрят на страны Балтии. Но качественно ситуация совсем по-другому сейчас имеет место. И все-таки мы как-то более уверенно смотрим в будущем, поскольку мы все-таки является в НАТО. А НАТО сильна настолько, насколько сильна самое слабое звено. А как раз, если говорить про практические усилия, военные усилия, то как раз страны Балтии, Восточный фланг является этим слабым звеном. Так что сейчас как раз направлены все усилия, чтобы это исправить. Пане Лінкевичу, я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був Лінас Лінкевичус, міністр закордонних справ Литовської Республіки з 2012 до 2020 років. Дякую вам.